Здорово, ребят, я с вами, и это новости от 27 мая. Погнали, какие же обновления ждут нас в будущем и что же делают разработчики в данный момент, погнали. Подводные лодки, туннели и новые животные. Как всегда, обновление выйдет в 13.00 по восточному времени, не по нашему. Если кто хочет, можете смотреть на официальном твиче обновление. Подводные лодки. Итак, ребята, были модельки подводной лодки, я вам показывал, но пока что визуально и видос показать вам не могу, как же они выглядят. Но на этой неделе новейший водный транспорт сделал большой шаг вперед. Подводные лодки, как я понимаю, будут для одного человека и для двоих. Они находятся в разработке уже несколько недель и приближаются к своей стартовой точке, то есть скоро можно будет увидеть анимацию. Но пока что нет. Но разработчики работают над анимацией опор, функцией приборной панели и внутренним прогрессом. Команда также изменила поведение пузырей частиц, выброшенных из субмарины, когда она будет всплывать. То есть, если будем всплывать на подводной лодке, будут такие, наверное, пузырьки на поверхность выскакивать. В целом это интересно. Пока находится тоже на отдельной ветке и для тестирования пока недоступно. Но тем не менее, оно близко к этому моменту, когда можно будет уже потрогать, пощупать и даже поплавать. Идем дальше. Новые содержимое туннели. Знаете, такие вот туннели, которые локация была введена не очень так давно. Там какой-то ждет новый совсем прогресс. Новый контент, связанный с системой железнодорожных туннелей. В частности, похоже, что была завершена работа над входом в новый сельский бункер. О как! Видимо, будет какой-то новый бункер, почему-то сельский. Команда также работает над более крупным базовым вариантом, который появится в определенных точках туннельной системы. Но, видимо, какая-то еще новая будет локация, либо какой-то новый вход будет в эти ЖД-туннели. Опять же, тоже находится в отдельной ветке, поэтому никаких анимаций, никаких картинок тоже нету, к сожалению. И тут даже чувак, один из разработчиков, говорит, что будет готово к 3 июня. Не знаю, время покажет. Также, ребята, обновление животных. Наконец-то какие-то новые совершенно движения будут у этих животинок, которые бегают по карте. На этой неделе продолжается работа над новыми обновлениями с животными. То есть движения животных другие будут, хотя они все еще на отдельной ветке. Вот, тоже показать вам не могу, хотя видосы есть, но я их не буду вставлять, потому что мало ли что, могут еще защищены быть авторским правом. Поэтому вот такие обновления будут, новые движения животных, также добавят какую-то новую локацию для ЖД-туннелей, и подводная лодка тоже скоро будет на промежуточной ветке, я смогу вам показать, как же она все-таки выглядит уже в игровом процессе. Но пока на этом все, с вами был Ёж, ребята, увидимся, покедова!